Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел LED-свет, но необычный. Здесь LED-свет пришел ленточного типа. И помимо основной ленты светодиодной, белого свечения, еще два элемента, а это именно датчик темноты и движения и блок питания для того, чтобы подпитывать всю эту систему. Данное светодиодное освещение применяется там, где понятно, что есть затемнение. Например, можно это сделать по периметру кровати снизу. И когда встаете ночью куда-нибудь сходить, например, до холодильника, в это время включается у вас лента, чтобы найти ваши либо тапочки, либо еще что-то, чтобы беспрепятственно и без проблем дойти до необходимых мест. Также это может применяться внутри шкафов и непосредственно, например, для освещения шкафов на кухне, чтобы не отключать постоянно. Зашли, если достаточно темно, включился данный светодиодный свет, и потом через некоторое время, когда вышли, отключился. Здесь есть датчик движения и датчик освещения. Поставляется вот в таком варианте, пришло непосредственно в пакете, было упаковано именно так. Я уж пакеты не буду распаковывать, не буду там закрашивать адреса и так далее. Вот внутри находился вот такой пакет. Был упакован поролон для того, чтобы его во время транспортировки не произошли с ним какие-то метаморфозы. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. В данном случае все доехало в нормальном виде. Внутри пакета, как мы видим, это блок питания. 12 вольт, 3 ампера. Европейская вилка, есть варианты выбора, европейская, американская и так далее, китайская. Непосредственно сам датчик освещения, сюда подключается блок питания, а сюда подключается к ленте. Здесь есть возможность отключения произвести от 10 до 5 минут. Можно задать вот благодаря вот этому колесу необходимое время отключения. Еще раз говорю, от 10 до 5 секунд. Есть, как обычно, макулатурка, инструкция по эксплуатации на английском языке. И, по-моему, китайском, скорее всего. А может, только на английском. Сейчас посмотрим. Да, на английском языке. А, нет, китайский есть. Английский, китайский язык. Расписано, что, как, зачем. Какие есть ограничения, как обычно, у нас пишется в макулатуре, которые для некоторых необходимо почитать. И есть вариант размещения непосредственно датчика на двухсторонний скотч, липкую ленту. Тут еще есть амортизация. Либо непосредственно можно при помощи шурупов, либо винтов закрепить на какой-то необходимой поверхности для того, чтобы производить те или иные действия. А именно включался и отключался он. Лента вот поставляется в такой вот варианте. Причем есть ленты водозащищенные и не водозащищенные. В данном варианте водозащищенные. То есть здесь вот есть покрытие из силикона. Дальше с обратной стороны есть, как обычно, липкий скотч. Отрываете и прилепляете непосредственно к той поверхности, которая вам необходима для установки этой ленты. Сейчас давайте посмотрим принцип действия и возможный вариант. То есть я покажу, как это будет выглядеть непосредственно в том месте, где я его размещу. Вот он у нас включился и сразу же отключился. То есть вот я произвожу действие, то есть вот он горит. Я специально датчик закрыл, чтобы показать, чтобы там было минимум освещения.
Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.